Приветствую всех моих подписчиков и тех, кто просто случайно зашел ко мне на канал в поисках информации о Риме. Если вы взрослый человек и планируете свою поездку в Рим, можете особо не волноваться насчет того, будут ли ваши прогулки по Риму интересными. Скажу сразу, Рим вас очарует, он прекрасен и удивителен, даже если вы не глубоко знакомы с его историей. После первых увиденных главных достопримечательностей впечатления вас захлестнут, и вы как под гипнозом будете бродить по улочкам Рима. Но совершенно другое дело, если вы едете в Рим с детьми. Прогулку для детей желательно продумать заранее, учитывая возраст и желания, чтобы ребенку не было скучно и его прогулки по вечному городу запомнились на всю жизнь. У меня на канале раньше никогда не было такого видео, и это видео, думаю, будет не последним. Я постараюсь показать вам места, которые могут понравиться детям. Несколько раз я была свидетелем прогулок туристов с детьми, и хочу отметить, что детки устают от прогулок по Риму, и поэтому я решила на примере наших прогулок с внуками показать вам несколько интересных мест, куда можно сходить с детьми. Мы сейчас находимся в лунопарке Рима. Здесь для детей найдется развлечение на любой вкус. Помимо самых классических аттракционов, таких как колесо обозрения и американская горка, здесь вы найдете огромное количество других интересных аттракционов, подходящих и для самых маленьких детей. Римский лунопарк расположен в районе Эур по адресу Via delle Tre Fontane 100. Доехать сюда проще всего на метро линия B, остановка Эур-Мальяна, а потом около 500 метров пешком. Лунопарк работает ежедневно с 10 утра и до 8 вечера. Это летнее время, зимой он закрывается чуть раньше. Но прежде чем ехать, обязательно зайдите на официальный сайт лунопарка и посмотрите расписание работы. Ссылку на официальный сайт оставлю под видео. Первый лунопарк открылся на этом месте более полувека назад. Он был намного меньше, но сейчас здесь можно буквально потеряться. Очень удобно, что в лунопарке гибкая система при покупке билетов. Начну с того, какой билет купили мы. Мы приехали сюда после обеда и планировали пробыть здесь до самого закрытия. Решили взять билеты, которые позволят кататься на всех аттракционах столько раз, сколько захотят дети. Цена одного билета – 20 евро. На кассе нам предложили взять семейный пакет, который дает возможность купить билет со скидкой. Итак, нас было четверо человек, двое взрослых и два ребенка. В лунопарке есть такие аттракционы, на которых нужно кататься только с сопровождением взрослых. Поэтому нам пришлось брать три билета с возможностью без ограничения кататься на аттракционах, то есть по 20 евро, и один билет только за вход на территорию парка – 2,5 евро. Учитывая скидку семейного пакета, мы заплатили за 4 билета только 49 евро. Как вы уже заметили, в лунопарке есть бассейн. Если вы хотите провести время в бассейне и покататься без ограничения на аттракционах, цена одного билета будет стоить 22,5 евро. Если решите провести время только в бассейне, цена билета 12,5 евро. Если же вы ограничены во времени и не хотите переплачивать, то можно заплатить за вход 2,5 евро, как за взрослого, так и за ребенка, купить жетоны по 1 евро и кататься на понравившихся вам аттракционах. Цена каждого аттракциона – один жетон. В Риме очень много подобных мест. Лунопарк находится в черте города, тем он и удобен для туриста. И еще, на мой взгляд, эти аттракционы будут интересны детям максимум до 12 лет. После 12 лет я бы посоветовала свозить детей в Magic Land или Chinachita World. Сейчас расскажу чуть-чуть о Magic Land. Это самый что ни на есть лучший парк аттракционов. Его я советую посетить всем, и взрослым, и детям.
Единственный минус, что он находится в 30 километрах от Рима, в Вальмонтоне. Но добраться туда можно на поезде с вокзала Термини всего за 3 евро. Станция называется Вальмонтоне. А оттуда ходит бесплатный автобус до парка. Тоже советую перед поездкой зайти на официальный сайт, чтобы уточнить расписание автобусов, которые идут в парк. Ссылку на сайт оставлю под видео. Комплекс Magicland занимает огромную площадь. Здесь, независимо от возраста, все получат огромное удовольствие. В Magicland я советую приезжать с самого утра и на весь день. Время пролетит незаметно. Также на официальном сайте вы можете познакомиться с ценами и посмотреть карту парка. И тогда вы поймете, что вам стоит туда съездить. Я туда возила свою дочь в 25 лет. Так она мне сказала: «Мама, почему ты меня столько времени водила по городу, а не привезла в первый же день сюда?» И ведь точно, после посещения этого парка эмоции просто зашкаливают. Платите за входной билет и развлекаетесь по полной без ограничения. Всем советую! В следующем году, а может быть еще и в этом году съездим с детьми в Magicland. А пока мы прекрасно провели время в лунопарке. Я каталась с детьми наравне, это было их условие, и нисколько не пожалела. На некоторых аттракционах они катались по нескольку раз, а я в это время отдыхала. На Вилле Боргезе бывают почти все туристы. Кто-то поднимается на холм Пинчо полюбоваться прекрасными видами на Рим, кто-то устремленно идет к галерее Боргезе, где находится ценная коллекция скульптур Бернини, полотна Боттичелли, Рафаэля и Тициана, а кто-то просто гуляет по роскошному и тенистому парку. Виллу Боргезе я бы тоже включила в число тех мест, где можно отдохнуть с детьми. Это холм Пинчо с прекрасными видами на Рим, о котором я совсем недавно вам рассказывала. А вот сегодня мы здесь гуляем с детьми. Недалеко от смотровой площадки находится этот замечательный фонтан – фонтан Моисея. В глубине фонтана вы можете рассмотреть корзинку с новорожденным Моисеем. Этот фонтан был открыт на Вилле Боргезе в 1868 году и основан по библейскому сюжету. Чтобы познакомиться со всем парком и насладиться отдыхом, можно взять на прокат веломототранспорт. Прокат, конечно же, за разумную почасовую оплату. Здесь можно взять на прокат от велосипедов, стоимость которых 4 евро час и 10 евро весь день, до ракши, в которую поместится вся семья. Ракша на двоих стоит 15 евро час, ракша на четверых – 25 евро в час. В залог обязательно нужно оставлять документы. Не переживайте за это. Мы очень часто берем на прокат для детей машинки, оставляя документы, и ни разу не было проблем. Кстати, я тоже погоняла на этих машинках по парку.
Небольшое озеро, которое находится на Вильеборгезе. Здесь тоже можно взять на прокат лодку. Цена, по-моему, где-то от 3 до 5 евро. Очень романтическое место. Если вы доехали на метро до остановки Оттавиано и направляетесь в сторону Ватикана, вам на пути попадется очень интересный магазин. Если ваши дети любят фантастику и сходят с ума от гаджетов из фильмов или средневековых вещей, обязательно загляните сюда. Это магазин волшебных предметов. Стоит перешагнуть порог этого магазина, и вы попадете в атмосферу, которая сильно отличается от внешнего мира. Любой вещичке, купленной здесь, будет рад каждый ребенок. А если вы приехали в Рим без ребенка, то обязательно купите ему что-нибудь здесь. Он это оценит. Куда ни посмотри, везде что-то интересное. Доспехи, оружие, украшающие гордо стену. Разнообразная одежда и костюмы из фильмов. Thank you.
разнообразные волшебные аксессуары, кольца. Здесь же продаются перья для письма и штампы с воском. Не пропустите этот магазин, обязательно загляните. И в конце еще немного красоты из парка. А на этом я буду прощаться с вами. Буду очень рада, если помогла вам советом. Спасибо за просмотр и до новых видео, друзья! Это мы гуляем опять по парку акведуков. Такая красота нас окружает.